Доброе утро! С вами Светлана. Начинаю день вместе с вами. Вернее, утро. Перед отъездом на море я покупала вот такой вот крем-гель для душа. Milk. Купила, не могла выбрать. Там много было, большой был выбор. И банановый, и лайм. Ну, не буду перечислять, было очень много. Поэтому я не знала, что выбрать. Но так как я люблю кофе, я послушала аромат кофе, и прям пахнет, знаете, кофе. Вот когда варишь кофе в зернах, вот прям таким кофе пахнет. Очень вкусно. Еще и с нотками шоколада. Кстати, вот здесь оно и есть, шоколад. Очень мне понравился, и я его купила. Затем, еще не расплатившись, я все-таки послушала нотку клубники. И клубника, знаете, вот ее взяли в руку, клубничку, с грядочки, раздавили. И такой вот аромат, прям вкусный, но не химический, совсем не химический. Поэтому я решила приобрести два. По цене я не помню, видите, вот уже была удалена. По цене я не помню, но что-то в районе 180-170 за каждую. Производство Москва. И вот я теперь пока ими пользуюсь, все остальные гели для душа забросила, отставила в стороночку и пользуюсь вот двумя. Сегодня я принимала душ с клубничкой. Очень. Тело пахнет прям очень-очень приятно. Ну, как, знаете, ну час-полтора где-то точно будет пахнуть этим ароматом. Мне очень понравилось, вот решила с вами поделиться. Вдруг вы увидите и захотите тоже приобрести. Очень классные. Мне понравились. Будет еще какой-нибудь вот аромат, я увижу. А ароматов было много. Я куплю обязательно. С лаймом можно попробовать, с бананом. Ну ладно, все. А теперь хочу вам показать свой завтрак. Мой завтрак на сегодня. Немножечко поскреплю. Мой завтрак на сегодня — овсяная каша. Я ее сварила. Затем чай. Чай в кружечке, который мне подарила сестра. Очень красивая. Кружка была в подарочной упаковке. Вот в такой вот. И упаковка-то красивая, но, конечно, я ее выброшу, куда деваться. Вот. Чай у меня без сахара, с земляникой. Землянику мы уже съездили на дачу, набрали земляники. А земляник у нас еще цветет и плодоносит. Затем я себе сейчас нарежу фрукт. Я его уже предварительно, естественно, помыла. Нарежу квадратиками, прям маленькими-маленькими квадратиками. Потому что кашу я не сластила, варила на воде. Я не худею, просто иногда делаю себе разгрузочные дни, разгрузочное утро. Сварила вот кашу. Каша обычная, сейчас покажу ее. Так. Ну, наверное, хватит. Если будет мало, я подрежу, конечно же. Не откажу себе в удовольствии подрезать фрукт. Так. А кашу я варила обычную. Кстати, в баночке из магазина Fix Price. Очень красивая. Там все смотрится. И печенюшки у меня в таких лежат. И крупу я ложу. Крышка пластиковая, но прозрачная. Вот такие вот хлопья геркулесовые. Обычные. Варю на воде и немножечко соли. Прям чуть-чуть. Капельку. Чай. Чай тоже в таком контейнере. В таком. Тоже в магазине Fix Price покупала. Кто куда использует, а я под чай. У меня здесь чай. Чай различный. И клубничный с шоколадом. И зеленый. Фруктовый. И что у меня здесь? И даже вот нури у меня тут затесалась.
Клубника тоже, кстати. Так, все. Завтракаем. Но сегодня мы еще с вами поедем за арбузом. Арбуз в скором времени и подражает, и будет не совсем вкусный. А затем самое главное. Я привезла из Адлера пальмы. Мне подарила местная жительница пальмы. И мы с вами будем пересаживать. Заодно нужно заехать будет в магазин, купить грунт для пальм. Вот. И будем вместе с вами пересаживать. Горшочек возьмем. Да, вот я с пальмами приехала. А еще покажу вам, что я привезла. Какие подарки себе, близким. Какие сувенирчики привезла. Все в этом влоге покажем. И пересадку, и завтрак, и душ, и сувениры, и даже арбуз. Девочки, съездили мы по делам, плюс еще вот магазин за арбузом. Я же обещала арбуз. Вот, хотела снять там, но очень много было народу, поэтому как-то было неудобно снимать. Ну, там люди выбирали эти арбузы, одни пятые точки торчали, потому что головы были в коробах. Вот. Ну и я туда же в короб с головой нашла вот этот арбуз, выбирала я его сама. 14 а еще... рублей за килограмм. Да, цена сказка. Да, написано саратовские. Посмотрим. Саратов, привет! Галина, привет вам! Так, а еще купили яблочки. Новый урожай. Вот такие вот яблоки. Взяла на пробу, поэтому так мало. Сначала надо попробовать. Новый урожай Кабардино-Балкария. Вам привет. Будем пробовать сегодня ваши яблоки. Наливные-то какие. Да, вот. И сказка была... Про наливную яблочку? Нет, нет, ну эту, где отравили-то. Семеро богатырей, или как их там? Спящая царевна. Вот. Там тоже. Вот прям так вот. Вот поэтому я и взяла немножко попробовать. А то знаете как? Откушу и усну. Вот, стоили 40 рублей, 39 рублей, Кабардино-Балкария, новый урожай. Так, купили еще картофель, но я его не принесу, не покажу. 10 рублей 50 копеек картофель, классный такой картофель, прям отличный. И арбуз, вот такой арбуз, стучит он прекрасно. Там все попки рассматривали, я же там... Попка стучала. С другой стороны. Ну, хвостики вот. И все тому подобное. А я вот стучала там. Залезла, голова внизу и стучу, настукиваю. Ну, муж сказал, выбрала, бери. Сейчас разрежем, покажем. Ну что ж, отрезаем попку, как всегда. Начинаем с попки. Ой. Хрустит. Ой. Хруста. Разломился даже. Ой, девчонки, как я люблю арбузы, дыни, солнце и море. Саратовские толстошкурые. Но они не всегда толстошкурые. Если в прошлый раз у нас был, какой он, волгоградский, с тоненькой-тоненькой шкуркой, у этого шкурка аромат, толстая. Аромат, так, а вкус-то? Его раздувает. Ой, а вот тут, подожди, посмотрите, какая... Такая картиночка, бабочка. Бабочка, вот крылышки, крылышки, да. Да. Тут хвостик, голова. Ага. Вот, покажу вам. Прям бабочка. Здорово. А я эту бабочку сейчас разрежу. Ну, что делать? Ой. Ай. Слышите, трещит. Трещит. А аромат уже пошел вкусный. Арбузик, арбузик. И сейчас, естественно, своим Ёрочкам, девочкам... Арбузика дадим. Йоркам можно арбуз, но опять все в малых количествах. Девочки, такое впечатление, прям он сахарный. И воды в него закачали, аж капает. Шприцом закачивали, прям на бахче. Это муж шутит, потому что там, когда люди выбирали, версии такие складывали, что их и шприцами колят, и все... Зачем? Если они в Саратове на бахче растут, зачем их колоть? Сладкий. Очень сладкий. Ой, еще можно кусочек? Чай можно прям в чай ложить.
А кто девочки в детстве кушал арбузы с батоном? Я очень любила арбуз с батоном. Сейчас, конечно, просто арбуз. Кстати, арбузы очень хорошо, я вот смотрела передачу, гонят камни из печени. У кого какие-то есть проблемы, кушайте арбузы. Но опять же, все в меру. Муж уже кормит Йорков арбузиком, они с удовольствием кушают. Ну ладно, мы сейчас, конечно, присядем и покушаем арбуз с большим удовольствием. И хочу вам тоже пожелать приятного аппетита, если кто-то купил арбуз или собирается покупать. Пока не поздно. Да. Покупайте. Они еще дешевые, они еще есть в наличии, а то потом их уже будет мало, и они будут дороже. А мы же хозяюшки экономные. Все, приятного вам и нам аппетита. А сейчас мы едем в гости. Нас пригласили в гости. Но по ходу действия хочу заехать в Фикс Прайс. В Фикс Прайсе нужно купить горшок для цветка. На неделе нужно будет заехать на дачу, выкопать цветок наподобие калы. Я спрашивала, как называется мой цветок. Никто мне не ответил. По-видимому, никто не знает. Он как кала, но не кала. И даже цветет похоже. Вот. Нужен горшочек для него. Горшочек не маленький. Я посмотрела, у меня нет свободных горшков. Поэтому нужно заехать в Фикс Прайс. Посмотрим, что там. Ну, мне как бы ничего не надо. Один горшок. Но вы знаете, всякое бывает. Тем более, я думаю, что муж со мной не пойдет. Пойду я одна. И придется ему ждать в машине 1,5 часа. А в гости мы везем подарки с моря. Да, подарки с моря. Ну, встретимся мы еще. Не прощаемся. Ну что, есть вот такие вот горшки? Такие, но они мне маленькие. Такие тоже маленькие. Такие вот красивые. А вот такие вот, наверное, мне подойдут. Правда, он вот отколотый. Вот такой вот, наверное, я возьму. 99.